Новая школа для учеников начальных и средних классов скоро появится на территории Гусарской Баллады. Четырехэтажное здание, рассчитанное на 2200 мест, будет оборудовано всем необходимым. Имеет 4 больших спортивных зала, 2 зала для маленькой школы, 2 зала для большой. Все будет размещено в своих крыльях, то есть крыло левое для начальной школы, крыло правое для среднего звена. Очень большое количество педагогического состава, то есть более 200 человек учителей. К 1 сентября 2023 года долгожданная школа распахнет двери для своих учеников. Объект поможет решить ряд важных проблем. Два других образовательных учреждения в лесном городке перегружены, а учащиеся занимаются в 2 смены, что нежелательно, подчеркивает глава Андрей Иванов. Кроме того, важно решить вопрос с проездом и транспортом. Нам этот проект нужно сделать, да, посчитать количество машин, приезжающих в школу, уезжающих с лесного городка и с других территорий. Просто вот так, ну, по интуиции или по эмоции, нам, конечно, уже здесь проблем не решить. Надо смотреть, что и где увеличивать, где ставить светофор, где его убирать, где дополнительный выезд. По соседству строится и еще один социально важный объект – детский сад на 400 малышей. Глава проверил ход строительства образовательного комплекса, результатом остался доволен. На сегодняшний день здесь проводятся все виды работ. Эмилия Арклян, телекомпания «Одинцова».